Привет, привет. О. Что-то громковато. Не, нормально. Это наушники у меня громкие были. Все, убавил. Привет, привет еще раз. Так, меня слышно, игру слышно. Twitch вроде даже не лагает. Кстати, качество дали, нет? Давай-ка глянем. Ты смотри-ка, дали. Что-то, видимо, у них какое-то время на косяк был. Что-то пару дней не давали, не давали. А тут нормально опять стало. Ну ладно. Продолжим Бригандину. Вчера я много прошел. Победил этих из Цалио, или как они? Желтые, короче. Так, сейчас надо заняться менеджментом. Сейчас, секунду. Так скажем, восстановить память. Отхапать вот тот фиолетовый кусок. А потом идти вправо. Расположить в двух верхних замках все войска. Только надо монстров пособирать. Так, давай смотреть. Где, чё и как. Можно что-нибудь прикупить. Гидру, например. Или Хеллхаунд, да. Ну, в смысле, и того, и другого. Гидру верхнему. Две гидры. Эхл. Не знаю, ну, короче. Одну гидру, одну Хеллхаунд точно надо взять. А, Лизардмена можно. Он нормальный, мне нравится. Он редко промахивается. Редким. Добрый вечер уже, можно сказать. У меня опять вечера. Будем считать, что это вечер. Ты чего? Чем занимаешься? Меня, кстати, нормально слышно? Мне надо прибавить. Точнее, игру убавить. Наверное. Да я не люблю, когда на экране много всякой фигни. Я, в принципе, и так бы не делал. Ну, сам понимаешь. Надо же превращать 4 к 3 в 16-9. Я за минимализм. Минимализм в данном случае. В любом интерфейсе. Ну, правильно, правильно. Надо заниматься чем-то. Развлекаться. Так, ладно, что-то я отвлекся. Аж потерял, что я хотел. Так. Гидра. Допустим. Сюда. И, допустим, сюда. Тек. Тут аж две лизарда. Ну, давай так. Отсюда мне ничего не надо. Выдвигайтесь в сторону
Да. Кстати, я ж могу чат покрупнее сделать. Во. Это просто не стартует. Два раза запустилось, теперь как рыба блюд. Ну... Так бывает. Что поделать? А тут у нас как раз монстров забрать. Ой. Сожги. О, подожди, облезет. 85. Не влезет. 221 минус 85. Сколько будет? 200 минус 65. 135. Это если я пикси какой-нибудь скину. Кстати, скорпиона можно убрать. Хотя, нафиг этот демон. Так-то. По-хорошему. Так, иди возвращайся сюда. Теперь смотрим. Тут у нас 4. Тут у нас 5. Сейчас мы все тут сгруппируемся. Сформируем команду нападения. Раздолбим этот замок. И, наверное, нападем на этот. И будем потихоньку вверх продвигаться. Вверх и вправо. Так, может быть, в квест тогда отправить кого-нибудь? Раз уж мы ход теряем. Вот, например. Если нападут, вот эти трое отобьются, значит, Виктория, Даффи. Виктория. Даффи. Здесь. Ну, здесь без разницы. Можно просто кого-нибудь одного отправить. Например, Шаста. Ну, вроде бы все. Нападать мы сейчас точно не будем. Один ход. Квестики пошли. Виктория проходит сквозь туманный лес, окружена странными цветами. Мистический цветок выпускает какой-то газ. Виктория становится пьяненькая, засыпает. Виктория просыпается, цветок исчез. Голова освеженная. Плюс 2 интеллекта. Я бы сказал, что это минус 2 интеллекта в данном случае. Ну ладно. Плюс лучше, чем минус. Ваше высочество, привет, Билл Кок. У тебя что, новое изобретение, чтобы показать мне? Да, на самом деле у меня есть великолепное изобретение. Сегодня я вам покажу. Ну давай посмотрим. Я знаю, что вы подозрительны, как всегда, но в этот раз оно сработает. Изобретение называется «Магический рыцарь». Магический рыцарь. Механический рыцарь, который двигается на шестеренках. Ух ты. Типа робот. Что такое? Что-то он не работает. Не, погодите.
двигайся. Черт, я сказал, двигайся. Врум. Смотрите, он двигается. Да, я вижу, но не выглядит это странно. Странно? Гра, Боинг, Вак. Нет, он вышел из-под контроля. Останови. Да-да, я, Смэш. Билкок уничтожает Magic Knight. А, нет, мое изобретение. Извини, Билкок, в следующий раз. Билкок получил одну силу. За то, что сломал. Да, Рэкери закончил. На Ютубе глянь. Если веришь ты мне или не веришь. Как там было? Ну что, надо формировать отряды. Потихоньку нападать. Начнем с этого. Кто у нас тут есть? Есть король. Есть паладин. Есть бишоп. Есть еще один рыцарь. Есть волшебник. Можно вот этих троих взять. Заодно их покачать. Тем более у них тут отряды сформированы. Есть хилки, есть атака. Сюда можно на 40-35 что-нибудь добавить. Я ничего не буду делать. Да, кстати. О, это я. Повышайся. Тут пока ничего нет. Кентавр Джен. Кентавр Джен. Можно сюда кентавра добавить. Да, мы так и сделаем. Так, ну чё, я думаю, я готов. Давай сделаем сейф. И попробуем посмотреть, кто там в замке сидит. Если там будут крутые типы, пойдем своими крутыми. А если будут обычные, покачаем те, которые у нас послабже, чуваки. Ну как послабже, которые там, не близко к 30 уровню. Надо по именам. А, я. Шу. Чу. Чутлис какой-то. Сиера. Да, блин. А. Кстати.
так. Ох ты, Кадор де Снайт. Опять он. Блин, тут еще... Да, тут, слушай, тут серьезные дядьки. Я даже не знаю, смогу ли я такими выиграть. Ну, попробуем. Привет, просто. Пока никто. Только начал. Пришел посмотреть, что творится в империи. А здесь жесть вообще. Я даже думаю, я сейчас буду переигрывать более крутыми типами. А то там очень крутые дядьки. Чародей 11 уровня, Сигун 20 какого-то, Кадор 29-го. Да, тоже думаю, придется мне играть другими. А я взял не самых крутых. Ну, думал, здесь, может быть, будут не самые сложные. Я типа этих покачаю. Но, видимо, не получится. Thank you.
Кого-то апнул, кого-то нет. Короче, кого было возможно было. Блин, они стоят так неудобно. Как мне самому встать? Блин, неудобно получилось. Да так быстрее играется, поэтому. Пока без них. Ого. Хорошо, у меня хила много. Все равно больно. О, еще и каменял.
Да, плазменный в другой. В другом городе. В другом пограничном городе. Давай, камень, в камень, в камень. О, это ты удачно выбрал цель. Тоже может сказать хорошо. В камень. Yes. Это было очень удачно. Так, теперь надо птичку спасать. Бля. Упырь не хотел жить. Ничего не поделать. Ну, тяжело их прокачать, когда они дохнут и подвергаются всем статусам плохим с одной тычки. Что могу сделать?
Стоит ли тратить хил? Пожалуй, нет. Почему он вылететь не может? Я не понимаю. Я вообще вот этого не понимаю. Вот сзади меня стоят союзники. Почему я сквозь них пролететь не могу? Что за прикол? Тогда почему об этом нигде ничего не говорилось, не рассказывалось? Почему об этом я должен узнавать в бою? Да, я понял насчет Дивайн Рэя. Просто у меня донести пока до него никак не получится в ближайшее время. И залечка тем, кому нужна, не дотягивается. Короче, пока все плохо. Опять вот этот вот узкий проход, и я ничего не могу сделать. Thank you.
Сволочь. Походу он умрет. Теперь точно умрет. Он сквозь своего бьет. Ну все, капец, руку. Жаль. Он был хорошего уровня тоже. Уже получается Голя убили и Рука хорошего уровня. Ну и сейчас еще лизардов поубивают. Скорее всего придется переигрывать, да. Надо другой отряд брать. Здесь я лоханами не пройду. Блин, вот еще бы местность была бы получше, у меня были бы шансы за счет тактики выехать. А тут я даже тактически выехать не могу, потому что тактика на их стороне. Ну, они типа в защите стоят, и я на них должен переть. В этот узкий проход. Отстой, короче. Может быть, забить на этот город? Пока пойти вправо другими. Вместо этого. Ну, местность, конечно, у меня прям... Меня даже не расстроило то, что там два врага сильных, а то, что местность такая. Прям совсем не для моих условий. Не для моих войск. Тут надо как бы больше летающих было. Так, и кто пойдет сюда? Ну, вот этот тип. Точно. А, блин. Ладно, поздно. Я еще подумал, наверняка можно больше выбирать. Тоже, блин, ни стрелочек, ничего нету. Ну ладно.
Так. Надо бы сюда хоть какие-то хилы добавить. А, их тут нет. Как я без хилов-то буду? Ладно. Тогда делаем так. Ты пойдешь сюда. Мы попробуем тогда сильными напасть еще раз. Тобой. Тобой. И так, ну вот, вот этими тремя верхними. Так. И... Можно гуль дать на прокачку. Который будет где-нибудь позади держаться, чисто. Попробуем его выкачать. Что, на меня напали? О, в первый раз на защите. Мерят. Лекарь как раз подошедший. И маг. Музыка, кстати, другая. У меня за окном чайки орут. Но еще мне нравится, что они нападают. Они стоят. О! Какие-то монстры крутые. Феникс. Я еще такого не видел. Пегас. Пегас — это, наверное, из единорога. Thank you.
пролива третьего уровня. Почему у нее такой маленький уровень? А чё он не отравился? Всё-таки крит. Да, пускай лучше первого уровня убьют, чем десятого. Компьютер-то не стесняется, чтобы единорог атаковал ручками. Копытцами. Ого. Я не знал, Кейма, что ты такой полненький. Капа. Thank you.
Отрави. Ящерки мне все больше и больше нравятся. Неплохо бьют. Хорошо попадают. Молодцы. Это нормально. Опа. Свалило. Тоже. Все, что ли? Что-то как-то они... Хиленько на меня напали. Считай, на халяву меня только покачали. Я же даже не потерял никого вроде. Мне осталось каким-то образом выиграть эту битву. Кстати, и другие герои. Ниндзя. О, так слушай, намного легче. Ни этого, ни темного этого. Ну, Дакорта, Дракорта, вот этого нету. Короче, и Шигуна нету 30 уровня. Короче, это прям халява по сравнению с тем, что было. Какие войска бы я бы и ложками забил. Очень странный рандом. Ну, спасибо. Теперь точно захвачу. Сделаем сейф. А то я там битву выиграл. Как минимум одну.
Так. Чё? А? Чё это было? А чё это ком взял и свалил? Я его даже ни разу не ударил. Даже подойти не успел. What the fuck? Так неинтересно. Чё это было? Я победил, ни разу не ударил. Прикольно, чё? Квест Милии. Охотиться на кролика в лесу. Милия приготовилась разделать и приготовить кролика, но кролик начинает говорить: «Пожалуйста, я маленький кролик, я такой тощий, что... потому что у меня не было еды в последнее время. Моя беременная жена и голодные детишки ждут дома. Пожалуйста, не ешь меня. Если ты отпустишь меня, то я дам тебе сокровище». Милия спросила: «А что за сокровище?» Но кролик лишь потряс головой. «Я не скажу, пока ты не отпустишь меня, не поклянешься съесть меня, не съесть меня».
Я бы горящего ролика, кролика точно бы жрать не стал. Какой-то амулет нашел. Шаст. Шалк шел по лесу. Он огляделся, увидел странный цветок. Тоже понюхал, тоже опьянел и получил плюс 2 интеллекта, да? 1 интеллект. А чё 1? Алкаши сраны. Нанюхайся своих цветочков. Наркоманы. Да, кстати. Так. Тут у нас тоже трое сидят. Что у вас, кстати, с отрядами? Сюда можно добавить на полтос. Сколько ты стоишь? 60. Тогда просто пока сиди. Так, здесь у нас теперь есть лекарь. Можно будет напасть. Скаут, лекарь. И, наверное, мы сделаем и вот этот. И вот так. Раз, два, три. Да, пожалуй. На меня напали, на Астен. Я отбился довольно легко. Никого не потерял. А в это время я напал на вот этот город, который был с крутыми. И там внезапно оказались каких-то два лоховских отряда с двумя солдатами. И как только я стал к ним подходить, они взяли и отступили. Я ни разу никого не ударил. Все три отряда отступили. Я захватил город. Вот как-то так. Так что я провел два боя и ничего не потерял. Как-то странно. Немножко. О, ящерку можно прокачать. В чем разница? Станет двойная синяя. Здоровье также, магии также, рункост повысится, апкип. Что такое апкип? Силы также. А зачем мне это делать тогда? А, на один ход больше. Ну, допустим. Может тогда не повышать пока что? Почему читер-то сразу? Это компьютер что-то тупит. Я-то здесь при чем? На какой мне город теперь нападать? Который справа или в центре? Но я пока не могу ее проапгрейдить, у меня мана не хватает. Опа. А слева, блин, они отбили один город. Но придется еще один город тогда захватить слева. Хотя, я могу и направо пойти. Лучше направо. Вот этот, отхапать город.
Так, тем более у меня тут отрядов несколько, да? Да. Если что, защита будет. Так. Эти пускай в защите стоят. Эти тоже в защите стоят. Так, только надо двоих. Надо, знаешь, кого? Надо одного отправить. Допустим... Допустим... Шаста отправить... Сюда. Стоп. Призов. Пуль, кентавр, гидра, демон. Кентавра добавить. Тут уже места нигде нету. Можно одну виверну пока брать и взять демона. Для разнообразия. Все равно первого уровня. Так, да, сейчас мы отправляем Милию в квест. Подожди, в смысле? Демон гораздо дороже стоит? Дальше. 3, 2. Раз, два, три. Или с этой? Нет. Вот этот, этот, этот. Да, кстати, что за предмет я нашел? О, магия. White resistance. Но можно надеть кому-нибудь. Так, делаем сейв. Хотя подожди, я только что сейвился. А, получается. Все верно, и эти гуляют. Нет. Успеется.
Я никуда не тороплюсь. Третьего уровня. Она на меня нападала в прошлом ходу. Я еще тоже удивился, думаю, что за королева третьего уровня. Вроде монстры сильные у нее были, там Феникс, что-то там такое еще, Пегас, но при этом сама третьего уровня. А, ну да, вон Пегас, Феникс, вон они. Вот она, короче, напала на меня, подралась маленько и отступилась. Я один отряд убил, лидера, и двое других свалили сразу. Ну да, тяжеловато. Но я так понимаю, это не смертельно. Рано или поздно можно раскачаться, все такое. Просто вот на харде будет сложновато начинать. А так в целом. Не думаю, что прям это прям сильно проблема. Не, ну понятно, что приятно, когда у тебя герой 25 уровня в начале, на старте. А не третьего. Не смертельно. Хотя, если бы это была компетитив игра, человек против человека, такое бы, конечно, было бы сильно нечестно. Но учитывая, какой тут процесс AI, то не так важно. Особенно, если у него монстры хорошие в отряде. Тем более. Ну, я имею в виду, тот же Феникс есть, например. Я бы от Феникса не отказался. Он, я так понимаю, каждый ход регенит ХП себе. Грифон прокачанный. Может мне подождать, чтобы он напал первый? Thank you.
соответственно, на кого он нападет. Что-то странно. О. Нифига себе, блин. Радиус там. Ну, дэмэдж низкий, поэтому не страшно. А что такое? Плохо. Лерик. Блин, у него клирик, еще два пегаса. Точнее, пегасы, два единорога. Все хиляют. Вот это единственная проблемная. Thank you.
Ауч. Блин, тритона он убьет. Он выжил? Не выжил. Может, хрен с ним? Так-то... Хрень это полная, этот мир Мейн. Долбаные хиллеры. Thank you.
Футбол. Блин. Сейчас герой, если умрет, придется переигрывать. Все на таких соплях. О-о. Вот, блин. Слишком у них хила много. Буду выманивать их оттуда. Тяжелее битва, чем выглядит на первый взгляд. За счет сильных монстров у них плюс хила. Получается, мне надо прям всех стрелков в одну кучу собрать и убивать за ход одного монстра по-любому. Типа, если я его не убиваю, его залечат. Без вариантов. Ну ничего. Бывало и хуже. Так, я же боюсь, сохранился. Да-да-да. Должен быть. Угу. Так. Значит, ты встаешь. Так. Все стрелки, маги, где-то ближе к центру. Вы их, естественно, защищаете. Лекарь. Так. Сейчас будем, значит, вот этого убивать. Или вот этого. Thank you.
Ну, естественно, промах. Как же иначе? Фига у него дыхание. Добей. Блин. Теперь можно бонусом тогда этого сгрызть. Лучше проток накинуть. А вот уже начало гораздо лучше. Теперь неплохо было бы этого клирика вырубить очень быстро. Сейчас сохранюсь, попробую. Но не факт, что получится. Сейчас посмотрим, кто как дотянется. Блин, 16 хп. Не смог добить. Чуть-чуть. Я ни разу не ударил ее. Или его. Ну, радиус тут, конечно, прям нечеловеческий. Мне надо переигрывать. Ну, в смысле, не бежать на этого. На клирика. Мы его не убиваем. Только считай, ход потерял.
Не, конечно, можно еще раз попробовать. Типа, может быть, пробьет на крит и критом добьет. Но, блин, рассчитывать на крит тоже прям совсем. Тут еще и промазать можно. Вообще весело будет. Ох, что это тактика. Так. А кого мне тогда бить? Птичку? А если в другой очередности сходить? А, ну, без разницы, там магии все равно никакой нет. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Вот этот феникс очень сильно с хилом сложный. Не убить его быстро тяжело. Он сам себя хилит, регенит. И еще куча хила вокруг него дружеского. Считай, два героя хиляют. И три лошадки, блин. Пять юнитов хиляющих. По 150, по 200 хп. Перебор. Может быть, мне лошадок перебивать? Пытаться. Ты кого... Вот же урод. Автоатак. Блин, и как раз твоего удара не хватило. Ну, понятное дело. Я говорил, здесь интерфейс не очень удобный. И первого в атаку всегда выбирает героя над монстрами. Не, ну с одной стороны, как бы типа логично, но... Ладно, неважно. Сейчас я эту лошадку убью и посмотрим, что будет. Не, ну конечно, в этой игре самый-самый жирный минус — это то, что нельзя в меню выйти через Select Start L1R1 какой-нибудь. Прям мега минус игре. Есть.
теперь бы Феникс бы как-нибудь... Феникса убить бы быстро. Было бы здорово. Отлично. Эмеральд, я тебя забаню сейчас опять. Прекращай спамить. Не надоедает же человеку постоянно, блин, создавать аккаунты новые, лазить у всех и ставить это... Спамить, короче.
Может быть, выживет. Тритона, правда, убьют, скорее всего, особенно Феникс. А, нормально. Да это Эмеральд, я же тебе говорил про него. Есть один дебил, стример, в ретро-сообществе, который создает кучу аккаунтов, ходит по чужим стримам ретро, подписки делает, пишет там, типа, «Привет всем!» И все, чтобы вот его типа профиль смотрели, видели, что он ретро стримит. Короче, блин, его банишь. Он постоянно создает новые аккаунты и везде вылазит. Меня уже долбит, наверное, год. Ладно бы у меня зрителей было там, я не знаю, там 10 тысяч, и он бы пытался пробиться. Но, блин, на 5 человек, да я его забанил вроде уже. Что, он не забаненный, что ли? Он уже вроде в бане висит. По крайней мере, у меня сообщения его не отображаются. Бань его, да, если видишь. Смело. А, ну все. Странно, хотя я вроде нажал забанить. Все, зашибись. Спасибо. Ты в списке из этих забаненных можешь посмотреть. Там этих эмеральдов штук, не знаю, 5, наверное, уже. Да он вообще какой-то больной на всю бошку. Он думает, что можно набрать зрителей за счет спама. Это уже много говорит о его интеллектуальном развитии. Отравил газ. Угу. А я потихоньку выжимаю. Правда, за счет обузов загрузок. Ну что, типа это. По-разному пытаюсь. Но все равно у меня сильные потери. И... Но пока еще не страшные, вот в данный момент. Пока еще жить можно. Блин, еще и промазал.
Может, он отступит? Опа. Лошадка молодец, отпнула. Не, ну с читами тут какой смысл вообще играть? Нет, вот на самом деле я бы сказал, что вот такой отряд, где монстры сильные, а герой слабый, это тоже очень, ну как сказать... Очень сильно в целом, потому что, ну, не так-то тяжело, точнее, не так-то легко завалить даже сильных монстров. Точнее, блин, я даже не знаю, как это сказать. Короче, тяжело завалить, когда монстры прокачаны, в любом случае. Постараюсь сохранить как можно больше. Но тут явно потери сейчас будут. Помимо гидры. А, он с рук пошел. Мана кончилась, походу. Ну да. Ой, я сейчас его добью. Если не промажет, конечно. Отлично. Не, ну сейчас они точно отступать будут. Нифига себе, 1000 опыта. Секунду.
Давай. Говори, говори, привет. Извиняюсь, с работы звонили. Короче, продлили у нас карантин. Где-то до... Ой, я не знал, кстати, что камеру можно поменять. Даже не пробовал. Правда, всего два вида. Так, короче, до 27 июля продлили у нас. Из-за того, что Ханты-Мансийск погряз в больных. Короче, и у нас, как регион, весь полностью закрыли, получается. В общем, я до 27-го стримлю каждый день. Ну, только иногда буду отдыхать. Пропускать. Ну, я вот не знаю, что мне делать, если честно. О, начали отступать. В том плане, даже если бы мне разрешили, допустим, сейчас открываться, ну, допустим, вот скажем, да, вот сказали, все, завтра открывайтесь, я бы задумался, а стоит ли, потому что люди, соответственно, сейчас многие без денег, непонятно, что вообще происходит на рынке. Те люди, которые, например, работают сейчас, на данный момент, ну, там, которые всякие из-под полы, там, из офисов неофициальных, с гаражей, они говорят, что у них доходы упали, ну, так, от половины до 4 раз, смотря у кого и с чем связано. Да даже у меня вся удаленка фактически, ну, постепенно поотмирала. То есть... Если раньше, допустим, у меня было там определенное количество организаций, которые я обслуживал удаленно, сейчас их вдвое меньше. Ну, потому что кто-то закрылся, кто-то не работает. Ну, у кого-то денег нет. Ну и все в таком духе. О, есть. Но я потерял гидру. А в остальном вроде все хорошо. Ну, гидру не сильно страшно, я думаю. Неприятно, но... Малая кровь, можно сказать. Короче, ребята, если чё, после карантина буду стримером за деньги. Буду стримить Fortnite, Hearthstone. Сделаю кошка-камеру. Вот. И буду делать Donation Goal этот. $10 в день. На еду.
Так. Да-да-да-да-да. И как в офис. Вот это вот. 8 часов рабочих. Плюс час на обед. Остановился в городе. Рун-рыцарь. Пьяница. Я был сбит рун-рыцарем. Ненавижу таких людей. Бла-бла-бла. Убирайся отсюда. Сожри это. Ударил. Бла-бла. Пьяница дерется. Блин, еще один лук дали. Этот дерьмовый. Какой-то алкаш на меня наехал и подарил лук. Что там такое? О, сюжетка. Принцесса Мирёт, что вы делаете в таком месте? Хай, Биа Арте. Я просто смотрю картины. Это портреты предков Корлеоне, королевской семьи. Я знаю, но я кое-что заметила, что беспокоит меня. Видишь, как эти два портрета одного человека расположены рядом? Один из них держит детей в руках, и на другой картине они выросшие. Вы заметили, что детского рисунка Кая нет? Ах, да, это правда. Моя детская картинка здесь. Не странно ли? Я на самом деле думал о моем брате. Насчет Кинга Кая. В последнее время я не могу перестать об этом думать. Думать о том, что как все происходит. Странные вещи. Я не знаю почему. Принцесса, не поймите меня неправильно. Вы знаете, какой он. Он даже не может о себе позаботиться. Может, поэтому я постоянно думаю на нем. Ох, ладно, неважно. Я просто должна была выговориться. Принцесса, есть кое-что, что я должен вам сказать. Да неважно. Это не ваша ответственность успокаивать меня. Нет, есть кое-что. Спасибо вам, Биард. Вы добры. Мне лучше пойти, увидимся позже. Может ли быть так, что принцесса Мирёт влюбилась в короля? Должен ли ей сказать правду сейчас или... Ха, сэр, ваша дочь выросла в красивую леди. Туповатый челлендж, типа пройти игру одной рукой в говно на палке. Да-да-да-да-да. Вот это все. Ну, показать сиськи на камеру я не могу. К сожалению. Вот, да, что-то типа того будет. Буду как этот, как Эмеральд GP. Ходить по чужим каналам и спамить ссылками на свой канал, кричать: «Самый крутой стрим по Хардстоуну!» Уааа! Ну да, я уже заметил. Я понял, что тут намекают, что Кай типа не родственник. Ай, Рэкири. Оно всегда так. Работа есть работа. Те, кто говорят, что нужно хобби превращать в работу, они не очень сильно ошибаются. Вот, например, в детстве я понимал, что занимаясь байкой, я буду зарабатывать этим деньги, это будет работа, это не хобби. И мое хобби было фотография, звук, аудио, видеомонтаж. Вот это было мое хобби. Ну, то есть аудио, видео, фотооборудование. А ретро-игры это уже потом скрылось. И зарабатывание на стримах и стримить то, что ты хочешь, как хобби, это абсолютно две разные вещи. Вот там какие-то дети орут. Когда они все от коронавируса заболеют. Ну да, я гидру потерял. Бедная моя гидра. Остальные вроде все живые. Ну-ка посмотрим, кто тут есть. Джин, Юникорн, Рок. Оу. Yes. Чё, Рэкери? Может быть, какую-то новую игру придумать? Не Fortnite, не Hearthstone, а чё-нибудь. Чё там сейчас популярного есть? Valorant? Вроде бы. Но, блин, это шутан. Шутанами мне сложновато. Люди будут приходить, смотреть, как я играю как лобок, и будут уходить. Надо пару юникорнов взять.
хотя бы одного. Да, мне тоже Valorant жутко не нравится. Ну, в смысле, я его посмотрел, выглядит отвратительно. Потом мне ключ упал, я установил, поиграл, думал, может, играться будет лучше. Ну, я же Counter-Strike любил играть в детстве. И я должен сказать, что я лучше в современный Counter-Strike поиграю, чем этот Valorant. Это вот прям 100%. Так, две коняшки у меня теперь есть. Стоит ли еще что-нибудь добавить? Пожалуй, нет. Можно на этот замок нападать. А, прокачался. Вроде бы нет. Нет, есть, но я все еще, мне еще не хватает. А, хватает. Точно. Я думал, 25 надо. 15. Титан Гигас. Светлый, темный. В остальном отличий нет. Да? Так, а вообще в чем отличие? Бьет больней. Защиты больше. Ходит так же. Здоровье МП также. Короче, чуть сильнее светлый либо темный. Не знаю. Да, мне кажется, особо без разницы. Конечно, темные враги чуть почаще попадаются, такие жесткие. Но и светлые бывают жесткие, поэтому не знаю даже, если честно. Ну, пускай будет светлый. Он выглядит красивей. Чисто внешне. На прокачанного Зюса похож. Кстати, а эти не прокачались? О, кстати, этому надо накинуть. О, демон. Привет. Гидра. Которую как раз убили. Кентавр. Верно. Эти уже никуда не влезут. Там, кстати, гуль был. Все-таки над интерфейсом им надо было еще подумать. Так.
Раз, два, три, четыре. Тут с двух сторон могут нападать. Кстати, дай-ка общую карту посмотрим. Что думаешь, Фрост? Куда идти? Этот город захватить? Этот? Или вот этот? Мне как бы одновременно и нравится, и не нравится вот этот. Нравится, потому что союзники по сторонам. Просто если я захвачу, у меня будет... Если я, короче, его оставлю, есть шанс, что союзник захватит. А если я захвачу, это будет мой в плане маны приносящий город, и который охраняет союзники, получается. Его, конечно, вот этот город могут отбить, но если его отобьют, мы сюда пойдем. Понимаешь, да, о чем я? Так, тут у нас, получается, защита есть. Три. Трое. Мы их, естественно, ни на квесты никуда не отправляем. Они сидят здесь. Охраняют город. Так, здесь у нас охраняют город тоже трое. Нападение вот отсюда. Здесь у нас никого, по идее. В этих городах. Как этот город называется? Хардиан. Астен. Хадриан, Астен. Солсбери. Мили еще в квесте. Тут у нас тоже получается трое. Типа в охране. Лашпеды. И здесь нормальные. Но проблема в том, что когда я нападу на этот город станет беззащитным. Его могут захватить, и мне придется его отбивать обратно. То есть туда-сюда вот так придется. Ну давай я сохранюсь, там будет видно. Это будет такой контрольный сейф. Если я захвачу город, а этот оттяпают, я там, например, не смогу отбить. Что-нибудь такое. Надо за водичкой сходить. Так. Смотрим. Хочу ли я что-нибудь изменить? Скажи, ты вот про этого говоришь, да? Дожать. Так он 12 уровня самурай. Или ты не про него? Там ты говорил докачать. А про кого ты? Про вот этого? Элоута? А, все понял. Ну да, он один у меня как раз девятого. Тут у меня мили тоже седьмого потихоньку будет подбивать. Ну все, тогда значит я вот этими тремя сейчас попробую атакануть, потом резко вернуться. Сюда мы пока не пойдем. Будем просто в защите стоять. И из этого города мы сюда нападем. И мы окажемся на перепутье, потому что здесь
здесь с двух сторон могут нападать. Здесь тоже с двух сторон. Короче, вот здесь будет сложный момент у меня в игре. Ну, попробуем как-нибудь пережить. Так, сохраняемся. Может быть, вместо короля можно было взять этого шогуна. Хотя тут вроде серьезные враги. Ну, не такие, не особо прям. Мира, Милит. Мы не можем проиграть. Да, конечно. Территория интересная с водой. Блин, надо было гидрой сходить. Ладно. Пусть по дороге ползет. Поскорее бы вот этого дракона превратить во что-нибудь. Желательно летающее. Там же вот этот дракон превращается в летающего при прокачке. Если я правильно запомнил. Не помню во второе, что он там превращается. Просто в другого дракона. Вроде. Я бы летающего бы сделал. Учитывая, сколько здесь всяких гор, воды постоянно попадается. Или, конечно, количество ходов приличное. Но они какие-то слабоватые. Ну, как бы логично. До 20-го левела это долго. Судя по тому, что я вижу... С 10-го-то не так уж быстро, а до 20-го так вообще. До 30-го я молчу. У них, я смотрю, там магов много. Thank you.
смотрел, но там, блин, таким школьником написано текст. Глаза с мозгом поломать можно. Не все я понял, но в принципе это попонятнее стало с магией, да. Что она делает? Жалко, здесь ману нельзя на прокачку монстров потратить. Делаю. По идее, да. Ну, хотя бы какое-то ограниченное количество раз. Можно было. Хотя бы чуть-чуть. Circuit Breakers. Блин, вот я, по-моему, эту игру то ли не найти не смог, то ли не запустить на PSU, что-то такое. Потому что название знакомое, но, по-моему, я так и не смог в нее поиграть. Ну, в смысле, помню, что я ее качал, но по какой-то причине поиграть не смог. Что-то там произошло. Thank you.
Мясо тут, конечно. Да ничего, на псе уже косяки исправляют. Да бывает, ромы тоже корявые. А там где-нибудь в другом месте скачиваешь, нормально работает. Тоже бывает. Fighting Forge заработал. И Test Drive 6, который не работал долгое время. Может, поправят, может, что-то еще. В крайнем случае всегда можно будет на PSP поиграть. Кстати, на PSP надо проверить, будет ли работать. Ох, как красиво. Ух. Всех просто. Так, пойду за водичкой схожу, пока он всех бьет. Сегодня, когда погода такая странная, вроде не сильно жарко, но влажность бешеная, из-за этого, блин, душно, как в сауне. Хочется пить и пить и пить. Вариантов нет. Кого надо полечить? Героя.
что за эксобласт? А. По одному, который бьет. Не знаю, мне молния так себе нравится. Она менее удобная. Зачастую. Опа. Они начали валить. Лол. Хорошие у тебя союзники взяли, свалили. Это что, получается, я монстров захватил себе, да? Ну что, прикольно. Я считаю, никого не потерял. Но это было фаталити. Что-то я сейчас пытаюсь вспомнить. Но такое ощущение, как будто мне никого не убили. Нет, подожди, мне кого-то одного убили. Руха?
все ж, Ардос. Да, смотри. Ничего такого, но третий рух, например. Сейчас посмотрим, кстати. Нет, у меня никто не умер. Реально, смотри. Вся армия забита. Прикольно. Кстати, вот этот дракон 20-го скоро будет. Хватит. Гуль 10-й. У меня гуль 10-й. Не может быть. Вампайр. Просто невероятно. Что-то для вампира как-то он стрёмно выглядит. Life Drain. Так, теперь надо отсюда передвинуться. Единственная проблема, если этот город захватят, тогда мне надо будет срочно сюда передвигаться. Прям в тот же ход. Так, давай вообще сохранимся. Для начала. И подумаем, что будем делать дальше. Нам, во-первых, надо вернуться сюда. Это однозначно. Потом мне надо хотя бы вот этот город захватить. Чтобы у меня вот здесь вот в двух городах не сидели, и сидели в одном. У меня получится один здесь, трое здесь и трое здесь. И я тогда отсюда смогу потом продвигаться дальше. Например, на столицу. И из столицы уже добивать вот эти три. Ну или наоборот, тут без разницы. То есть следующая моя цель — Карнабон. Так. Давай глянем, кого можно призвать. Пикси, Лизард, Юникорн. Ну, такое. Мне как бы ничего не надо. Я даже забирать никого не буду. Я бы Руха забрал вместо чего-нибудь, но у меня места нет. Да, у меня и так их два. Может, вместо Гидры? Ладно, пускай так будет. Так. Всем срочно сюда. Дальше. Вот этого можно передвинуть пока что туда, наверх-влево. Так. Тут у нас что? Трое, да, сидят в защите. И здесь у нас трое. Так, где 9-го уровня? Чувак. Вот он. Значит, вот мы сейчас им нападем ради прокачки. Да. Так, значит, вот эти двое. Картина и Шаст. Сюда. А двое. Пожалуй, наверное, Мериот и Джафандер. А этот пускай тут сидит. Хотя нет, подожди, он же лекарь.
Да, лекарь нужен. Тогда... Сюда. Тоже. Так. Один еще в квесте висит. Вроде все. Ролл, Мекия столицу захватила. Лол. Милия квест. Милия затерялась в лесу. В лесу бродила, бла-бла, путешественник, извините. Что вы делаете в лесу? Объяснила, что произошло. Ха-ха-ха, так вы потерялись в лесу, извините. Я сам потерялся, вот почему. Мое имя Хьют. Я путешественник. Это новый этот? Рыцарь? Было. Похоже, Фьюд присоединился. Че это за прикол? Что-то странное, да, какой-то. Ну ладно. Так. Ну, мы вроде как в сборе. Значит, это у нас группа защиты. Мы можем здесь... Да ничего мы особо здесь не можем. Разве что... Так. И сюда добавить 55 можно. У меня есть тут что-нибудь? Призвать. Рок 70. Еще одного юникорна. Пускай будет. Хилка не помешает. Так, только надо с кем-то поменяться. С Джином, например. Блин. Вот так. Так, это вот у нас защитники. Раз. Здесь получается защитники 2. Плюс один лишний. Его можно на квест отправить. Этого тоже можно на квест отправить. Так. Здесь у нас... Тоже защитники, по сути.
Балтос. Вместо... Да ладно, ничего не буду делать. Ну все, я готов нападать. Получается, вот этими тремя мы пойдем сейчас наверх. Считай, этот хиляет. Ну, хоть и слабо, но хиляет. Юникорн хиляет. Всего лишь две хилки. Но больше у меня пока лучших вариантов нет по хилянию. Этот прокачается до 10-го. Желательно прокачать бы его. Но этот маг. Эти у меня... Один прокачанный титан, прокачанный лучник, прокачанный ящер. Ну и мермейн этот. А еще джин, кстати. Ну, в принципе, смотрится довольно сильно. Только с хилом немножко. Такое. Сейчас будет зависеть, кто там будет. Я никак не привыкну. Я встрял на сильную армию, которая этого. Волшебник тут еще мощный. И ниндзя. Но хотя бы войска здесь неогроменные у них. Тут, мне кажется, даже в этих сами войска проще перебить. И они свалят. Ну да, прям везет. Но буду сохраняться во время боя, подстраиваться. Хорошо то, что у меня у самого маг сильный есть, который может жухнуть. Ну и так вообще прокачанные некоторые. Ящерки мне, кстати, нравятся. Они вроде простенькие, но в тот же момент они и попадают хорошо, и дамажат неплохо. Ходят хорошо. Пофигу им там лес, вода. Мне нравится. Будет забавно, если они, как в прошлый раз, когда тоже было их мало, они взяли и тупо свалили всей толпой. Нифига ли. Так. Как бы... Наверное...
Не-не-не. Здесь хотя бы проход широкий. Да, ящерки еще и танкуют нормально. Сейчас посмотрю. Сейчас надо, кстати, сохраниться. Пацану надо 781. Думаешь, забой наберет? Постараемся. Но сильно на рожон лезть не буду. Он будет при поддержке птичек с краю пытаться добивать. Так, а лучник тогда сюда спустись. Ты, наверное, тоже где-нибудь здесь. Да, интеллект не прокачан. Логично же. Но так как ману, кроме как на монстров тратить призыв некуда, то и не страшно. В смысле, пофиг. О, пацан начал опыт набирать. Так сказать, полный рот опыта. Все. Один? Это что за прикол такой был?
Да? А я не заметил. Отвлекся. Побережем ману. Лучше пока вот так. Хотел пропустить вход. Дурной джин. Надо осторожнее нападать. Гораздо осторожнее. Угу. Именно вот у Кадора, которые прям очень неприятные. Да и этот не слабый. Крифанову. Ничего, я думаю, я справлюсь. Может, конечно, потеряю кого-то. Ну, страсть потерять никого не важна. Сюда бы, конечно, вместо вот этого рыцаря, того крутого рыцаря. Но, правда, у него вот эта атака по всем, она всего один раз. Маны-то у него немного. Ну, в принципе, надо просто осторожней.
Надо немножко построиться по-другому. И надо с Джином осторожнее. Сейчас, секундочку. Ерунда. Я уже думал точно загреться. Ну, подходите. Вот стеснительный-то, а?
на пацана налетел. Он главное пережил. Это плохо. О, нет. Зря я его взял. Теперь из-за него страдаю. Да нет, просто что придется сейчас его, так сказать, держать позади. И уже когда, как говорится, они помесятся там между собой, тогда уже его выдвигать вперед. Короче, сейчас его сразу вперед не выдвигать. Проблема, видишь, у меня еще 2 хила всего. Причем один из них герой, которым хотелось бы руками ударить вместо хила. И плюс там всего... На 2 хила у него ман. Как бы еще одного юникорна не хватает. Сейчас я просто расставлю по-другому.
Это герой. Забавно. Ну ладно. На тебе фотонную пушку. Только толку ты лечится-то он быстрее, чем... Офигеть. Меня это устраивает. Golden Axe. А что? Звучит. Да, из золота секира, это точно. Секира золотая. Из золота секира.
жарко стало. Я хочу в душ. Так, надо доиграть эту карту. Заканчивать. Что-то под вечер прям вообще духотень. Не в плане, что жарко, а в плане, что влажность бешеная. Ой, подожди, стоп. У тебя даже магии никакой нет. Ой, что-то я не хочу тобой выходить вперед пока. Можно, конечно, встать. Допустим, этот ударит, ударит, отойдет и уйдет, давит. Да, могут убить. Да сюда. Жди тут. Нормально. Опа. Так и думал. Красавцы. Ну вот. Немножко попотел. Проблема только в том, что опыт не получил. Это ни хрена этот пацан. По итогу. Ну. Тут уж ничего не поделать. Придется его еще раз куда-нибудь отправить. Зато без потерь. Милия квест. Милия встретила барда. Бла-бла-бла-бла, танцевал. Трим-пырым. Рыцарь среди нас. Бард начал петь Милии. Более того, мелодии были знакомые. МП. Спасибо. Да, еще одну ящерку. Это супер. О, этот, потерявшийся в лесах. Нашел какой-то фонтан. Фонтан фей. Днем ты будешь трансформироваться в утку, ночью на один месяц. Это прям как в Ранме. Квак-квак-квак. Короче, нашел фонтан феи, его прокляло. Так, Даффи квест. Остановился в баре. Не ты ли рыцарь, рун? Подтвердил, да, пьяница. Я так и думал. А, ну то же самое, сейчас меня побьет, удаст что-то. Точнее, подерется. Надеюсь, не лук? О, в этот раз другое чудо. Ну чё, думаю, на сегодня хватит пока. Так неплохо поработали. Получилось коротенько, но продуктивно. Да, сейчас я гляну, только единственное, что там за монстры мне дадут в новом городе.
любопытство, так сказать. Да, до завтра. Завтра буду продолжать. Вот. Хотя, по идее, завтра у нас воскресенье. Надо бы Famicom сделать. Но так как тут все позбивалось, все перемешалось, да и Famic я в последнее время играл много, то я лучше продолжу завтра. Так. Ну, тут ничего интересного нет, поэтому... Завтра я продолжу, и мы будем отсюда... Кстати, вот эта ящерка, да, у нас прокачалась? Да. Пикси скоро 10-я будет. Вообще, тут много 10-х скоро будет. И кентавр, и пикси, и юникорн. Прикольно. Грифон. Нормально. Да, в общем, это я все завтра продолжу. Так, и завтра мы тогда пойдем захватывать вот эту вот часть. То есть мы будем добивать вот этих вот справа, которые... И потом зажимать в центре. Зажмем остатки империи, и останется только север. Ну, то есть максимум еще 2 стрима, я думаю, скорее всего. Так...